Буквально вот сегодня такая монеточка попалась мне на сдачу. Это здорово, это прекрасно. Так сильно обрадовался. Это пятирублевка 2019 года. Вот как-то не хотелось технические характеристики, что ли, какие-то говорить. Ну, вышла и вышла монетка, казалось бы. Но все-таки, видно, придется, потому что вот меня, как всегда, наши монетные дворы иногда, ну, не то чтобы возмущают, но удивляют крайне. Итак, параметры монеты 5 рублей 2019 года. Кому это интересно, вот год чеканки 2019, страна Российской Федерации, вес 6 грамм, диаметр 25 миллиметров, толщина 1,8 миллиметров, материал сталь с никелевым гальванопокрытием. И вот самое главное, монетный двор, буква ММД, это понятно. Вот самое главное, гурт рубчатый, 60 рифлений, разделенных на 12 равных участков, чередующихся с 12 гладкими участками. Это вот я как в руки взял монетку, да, посмотрел на гурт и ахнул. Ребята, вы что там? Это вот если приглядеться, не знаю, вот видно там, не видно. Но тут никакие не, в общем, вот эти гладкие участки, как будто напильником все-таки шуркнули, да? Но там, где шуркнули, остатки гурта все равно остались. Это, я так понимаю, на Московском монетном дворе разучились чеканить монету. Ребята, когда вы делаете брак, в это время вот отцы-основатели монетного двора, они там в гробах ведь, это начинает переворачиваться, совесть-то поимейте, за качеством следите, хоть изредка, хоть маленько. Ну да ладно, не будем о печальном, немножко эту печаль разбавим чем-то, так скажем, ну более-менее веселым, что ли. Вот обнаружил, что многие ситуации в жизни можно обозначить нумизматическими терминами, вот некоторые из них. Нумизмат. Лингвистические выражения коллекционера нумизмата обнаружится, что ему пытаются впарить за большие деньги в хуфел вместо раритета. Коллекционер. Нумизмат, собирающий рукоблудные искалеченные монеты. Гуртильное кольцо. Оно же обручальное. Надевается нумизмату женой во время бракосочетания. Существенно ограничит свободу нумизмата. И насекает риски на многие его вольности. Чеканка в гуртильном кольце – процесс психологической и механической обработки нумизмата женой в процессе ссоры или после нее. Чеканка вне гуртильного кольца – ссоры нумизмата с любовницей. Раскол. Признание нумизмата жене, что львиная доля семейного бюджета уходит на закупку коллекционных материалов. Штемпель. Штамп в паспорте о регистрации брака. Раскол штемпеля. Развод. Соударение штемпелей. Неожиданная встреча закончится ссорой и рукоприкладством бывшей и настоящей жены нумизмата. Монетные браки. Женитьба нумизмата на женщине-нумизмате. Залипуха. Нежная привязанность нумизмата к строго определенному лицу противоположного пола. Выкрышка. Старый нумизмат, из которого уже песок сыплется. Орел. Нумизмат в общественном туалете. Орел. Два нумизмата в общественном туалете. Шлак. Шлак. Состояние нумизмата. Сейчас, секундочку. Шлак. Состояние нумизмата после просмотра на разновидности 16 мешков РКЦ-шной солянки монет номиналом в 1 копейку. Перепутка. Обнаружение при одевании с глубокого похмелья, что носки оказались на руках, а перчатки на ногах. Ой. Ой, сейчас смеюсь немножко.
Еще раз извиняюсь, перепутка. Ой. Перепутка. Обнаружение при одевании с глубоко похмелья. Ой. Что носки оказались на руках, а перчатки на ногах. Ой, не могу. Не прочекан. Отсутствие внятной артикуляции после обильного алкогольного возлияния. Вот некоторые градации состояния опьянения нумизмата. XF. Начало посиделок. Азартный блеск в глазах. ВФ. После первой бутылки. F. Еще имеет возможность ровно произносить слова перчекан, гуртильное кольцо и выкрушка штампа. G. Без комментариев. Г. Это без комментариев. Выкус. Механические повреждения кожного покрова после бурной ночи. Дефект заготовки. Быстро разволоченная женой отмазка. Раздвоенность элементов. Оптическая неустроенность после дружеской посиделки. Вздутие. Ферментно-физиологическая реакция организма на неумеренное потребление горохового супа. Стародел. Старый муж. Новодел. Новый муж. Пруф. Богатый ухажер. Пруф лайк. Типа богатый. На Мерседесе на прокат. Рукоблуд. Одинокий мужчина. Бона. Вербальное обозначение индивидуум неприятных или болезненных ощущений. Бона. Нагрудный знак. Женская брошь, привлекающая внимание к вырезу на платье. Значок. Невербальный способ выражения женщины своего интереса к мужчине. Например, накручивание локона волос на палец. Такой значок может быть только один, но порой случается и целые коллекции. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Извините за смех, вот как-то нет-нет, такой хихи поймал. Дико извиняюсь, если еще. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.